какие автоматы применяются на счетчиках? Ну, речь идет о счетчиках, у которых ток 50 ампер, тешуют на 50 ампер. Как видите, здесь у меня автомат аж на 63 ампера. Ну, в любом случае, они такие же самые по внешнему виду. Вот, вот так вот выключено, так включено. Вот. Крепление. Вот сюда вот зад это вот тянем, за эту штучку. Для чего нужны такие автоматы? Ну, естественно, если будет очень большой ток на ваш дом, на вашу квартиру, он просто-напросто выключится. Просто открываем такой коробочек на счетчику и включаем. Ну, естественно, перед этим устранив причину повышенного тока.